Мы сейчас постараемся порезать стекло такой же формы. Вот у нас обычное стекло. Сейчас мы поставим вот это стекло сюда. На обычное стекло. Сделаем так, чтобы лишний раз не резать углы. Эту часть мы выровняем. И вот верхний конец тоже выровняем. Дальше. После того, как мы это все выровняем, нам надо ставить сюда отметки. Возьмем обычный лист, какой-нибудь бумажку. Такие кусочки режем. Возьмем кусочек листа, оторвем. Вот так намочим его. И ровной частью, ровную часть отправим сюда. Если имеется малярный скотч, бумажный скотч, можно его использовать. Его намного легче использовать, но если нет, то это уже старинный метод, бумагу можно намачивать и использовать. Приклеить. После того, как мы все обклеили, это убираем, то, что нам мешает. Сейчас будем резать. Порежем сперва нижнюю часть. Вот сюда ставим линейку, ровную часть. Нам нужно чуть-чуть выше, то, что обклеили. Вот эту часть надо было, чем... На том стекле чуть выше надо порезать, поэтому я немножко выше поставлю. И надавливаем. Потом пальцем проходим. Лишний мусор, если здесь есть, очищаем. Или что-нибудь ненужное, чтобы не попадалось. Берем наш резак.
Так берем и ломаем. Когда резак хороший, острый, можно вот так аккуратно резать. Сейчас убираем эту часть. Вот здесь мы сейчас как раз таки с отметками ровно поставим. Этот край нам ровно нужно. Я чуть-чуть сделаю так, чтобы бумажку видно было. Потому что вот этот лезвие находится посередине. Это касается вот этой сторонки, с этой стороны он лежит, поэтому сделаю так, чтобы чуть-чуть бумажку видно было, отметки наши. Эти бумажки еще помогают, чтобы она не скользила у нас линейкой. После этого берем, нужно сильно надавливать. Если не будем сильно надавливать, то плохо он лежит. В этом случае можно неправильно порезать или криво порезать. Чтобы этого не было, чтобы легче было его отломать, нужно надавить хорошенько. Почистим. Отломаем его. На всякий случай сейчас проверим, как это у нас получается. Здесь как раз таки я чуть выше поднял. Это чуть длиннее получается, чем тот. Но эта сторона нормально. Сейчас вот эту сторону осталось порезать. Порежем эти стороны тоже. Сейчас углы будем резать. Добиваем. И проходим. Интересно, чем обычная бумага, то чем скотчем бумажным. На это тоже держится, но слабо. А я его уберу лучше. Посмотрим примеры. Это то, что мы порезали, а это наш размер. Сейчас то, что наш размер поставим снизу и сверху поставим то, что мы порезали. Здесь чуть короче мы порезали, нормально получилось, и остальное все ровно. Сейчас мы пойдем посмотрим там, как у нас получилось на дверях. Сейчас здесь посмотрим, как это у нас получилось. Немножко вот здесь упирается, и вот здесь упирается. Эту часть мы трогать не будем. Вот здесь
немножко вот этот конец острый сделаем, берем этот кусочек, и все нормально будет. По-другому тоже проверим. То же самое вот здесь упирается. Надо немножко вот эту часть убрать. Эту часть уже резаком резать не получится, поэтому придется плоскогубцами убрать. Только надо осторожно это все убирать, потому что можно сломать полностью стекло тоже. Убрали вот эту часть. Сейчас посмотрим. Немножко когда убрали, он сразу попадает сюда. Все, идеально ложится.